В этом году на правобережье Красноярска капитально отремонтируют один из проездов. Соответствующее распоряжение уже подписали в мэрии и выделили средства в размере 5 300 000 рублей. Этот участок вдоль трамвайных путей на Матросова с дальнейшим выездом на улицу 60 лет Октября не отвечает стандартам и давно нуждается в ремонте. Сейчас проезд не обустроен и не заасфальтирован. В новом проекте предусматривается создание двухполосной дороги с разметкой, освещением, озеленением, дорожными знаками и остановками общественного транспорта. Торги администрация города планирует провести в конце февраля. Подрядная организация, которая выиграет тендер, должна будет выполнить все работы в течение 3 месяцев.